столкнулся с такой проблемой на Audi A8 2011 год. Мотор 4.2. Точно не помню буквы. Вот, но это не имеет значения. Вот. То, что не работает дополнительный насос охлаждения. Вот, он находится с левой стороны под локером. Вот так спереди. Тут у нас получается два насоса. Один как соленоид, как клапан. Вот, он открывается и закрывается. Это просто циркулируется. Насос я поменял оба. Вот. Поменял и фишки, потому что фишки были сгнившие. Но он не заработал. Вот. И сейчас покажу, где именно проблема была, чтобы вы долго не искали. В общем, здесь еще у нас еще один коннектор есть. Вот, вот он, который соединяется. Вот. И получается, что 14, 12, наверное, вот так идет. 13, нет, 11 или 10. Не, 10, все правильно. Потому что 14, 12 и 10. Вот. А 10 коннектор, вот у нас красный. Красный с белой полоской. Он такой отличается от других. Он чуть-чуть потольше. Вот. Он прямо развалился отсюда, он сгнивший был. Вот. И, естественно, коннектора, все пины были зеленые. Вот. И с другой стороны тоже. Конечно, не передать. Вот. Но чуть-чуть видно. Вот. Я его просто так соединил. Взял один провод, соединил. И насосы заработали. Ошибка была по двигателю P1927. Вот. Если у вас такая же проблема, то советую посмотреть именно вот этот коннектор, чтобы вы долго не искали. Вот. Всем удачи. Все работает.